Всем привет! Продолжаем рассматривать картины мастеров Анри де Тулуз-Лотрек «Женщина с перчатками». 1890 год. Картон масла 54 на 40. Анри де Тулуз-Лотрек часто писал женщин, но никогда не приукрашивал их. Он был беспощадным и справедливым критиком, подмечавшим все нюансы и недостатки внешности. Однако некоторые портреты говорят об искреннем восхищении художника своей моделью. «Женщина с перчатками» написана в саду папаши Фореста, бывшего фотографа, который разрешал Лотреку в нем работать. Там модели представали в естественном освещении, которое художник старался использовать для выявления особенностей их характера. Его не интересовали импрессионистские искания верной передачи световоздушной среды в конкретный момент времени. Мастеру был важен только человек, на психологически точную характеристику которого он отдавал все силы. «Женщина с перчатками» кажется гордо отстраненной от зрителя. Ощущение дистанцированности усиливает легкую вуаль, которая служит преградой между ней и художником, хотя ее прозрачная ткань не прячет чистого, строгого профиля и нежной кожи модели. Вот такое описание нашел в интернете картины «Женщина с перчатками» Анри де Тулуз-Лотрек. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великий музей мира». Пока, до свидания.